Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 18 февраля 2021 год. На часах сейчас у нас 8 часов 42 минуты. И самая свежая погода. У нас в Днепропетровске, в Днепре восстановилась несолнечная погода, пасмурная. На градуснике минус 6, немножко потеплело. Идет снег, такой тихий снег. Ветра почти нет. Такое впечатление, что снег сегодня будет целый день. Потихонечку сыпет так тихонько. Сыпет такая вот снежная зима. Установилась, скажем, стабильная снежная зима. Выпало уже снега много, но сегодня, по всей видимости, будет снег идти целый день, потому что небо затянуло. Пасмурно, затянуло стабильно так. И радость деткам. Зима продолжается, не хочет отпускать. Не хочет пускать весну сюда к нам. Но ничего, осталось недолго, скоро весна. А сейчас пока порадуемся зиме. Бетховен наш вон радуется. А снежок сыпет упорно. С каждой минуткой видно, что его больше и больше. Засыпает, поэтому на дорогах аккуратно, друзья. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире. Хорошего дня!